Картину подготовления к экзамену написал знаменитый художник Илья Ефимович Репин. Самому мастеру на момент написания произведения было всего 20 лет, причем он тогда тоже был студентом в Академии художеств. Поэтому можно сказать, что в этой работе Репин представил самого себя. Представленная картина является одной из самых первых работ художника. Она полна неприкрытого озорства и откровенного юмора. Нельзя не заметить, что картина проникнута духом студенчества, являясь честным рассказом о подготовке молодых людей к экзамену. И, разумеется, это не то, что хотят видеть педагоги, но то, что вполне знакомо и вызывает улыбку у студентов. На картине изображены два студента, но в глаза бросается лишь один, который сидит на переднем плане. Судя по названию произведения, юноша должен готовиться к экзамену, вот только его голова занята совершенно другими вещами. В соседнем окне парень увидел красивую одинокую барышню в голубом платье, которая улыбается ему и строит глазки. Студент, конечно, позабыл про свои занятия и стал посылать девушке в ответ воздушные поцелуи. Раскрытые тетради, конспекты и эскизы одиноко лежат на столе и ждут, когда же и хозяин начнет заниматься делом. Однако молодость берет свое, и на первом месте у юноши стоят чувства, а не учеба. Композиция картины представляет собой крест, в центре которого влюбленный. Он же создает динамику, являясь образчиком романтического героя. Но герой этот какой-то очень трогательный и несерьезный. Не зря Репин обрядил его в фуражку шутливой метелкой. Все в обстановке говорит, что место действия студенческое общежитие. Стол, полка с книгами, скромная мебель. Сосед главного героя, хотя не заигрывает с барышнями, но тоже не спешит грызть гранит науки. Он начал было готовиться к экзаменам и даже открыл книги и конспекты, но неожиданно юношу сморил сон, и теперь он всецело находится в объятиях Морфея. Кажется, все мешает мальчишкам готовиться к испытаниям. Красавица в окне напротив, хорошая солнечная погода, не говоря уже о легкомысленном возрасте. Считается, что на картине изображены реальные личности – Александр и Алексей Шевцовы, братья Веры, будущей жены художника. Несмотря на шутливый характер, картину можно смело причислить к первой серьезной работе молодого Репина, о чем свидетельствует продуманное композиционное построение, реалистичная техника, гармоничная цветовая палитра, а также внутренняя жизнь, цельное наполнение, которые и отличают рядовую работу от шедевра. Сам сюжет этой социально-бытовой картины был очень близок живописцу. В это время Репин при содействии Прянишникова был принят вольным слушателем в Академию художеств, и все студенческие будни ему были знакомы не понаслышке. Картина называется «Приготовление к экзамену», относится к социально-бытовому жанру, который в русской живописи был ориентирован на изображение различных сторон быта крестьян, жизни небогатых горожан. В настоящее время полотно является частью коллекции Государственного русского музея в Санкт-Петербурге.